Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать ко мне домой. Проснулась сегодня с идеей, что было бы клёво показать вам, какие песни находятся в тренде на Ютубе, то есть то, что больше всего слушают румыны. Из того, что я сейчас вижу у себя на компьютере, первая в тренде песня имеет 11 миллионов просмотров. Так, песня называется «Ферретини». «Ферретини» переводится как «Без тебя». Поется она Богдан де ла Плоешть. Богдан де ла Плоешть. Это у него такое имя. Если переводить, то имена не переводятся, но можно здесь перевести. Получается Богдан из Плоешть. И еще девушка Тео. Ее зовут Тео Росси. Я не думаю, что она так читается. Ну, как пишется, так и прочитала. Так, Тео Росси. Значит, Ферретини. Ферретини. Из-за авторских прав я не могу здесь выкидывать видосик сам и звук, потому что меня забанят, а мне этого не хочется. Давайте посмотрим. Значит, Ферретини. Глово. Реклама от Глово. Всегда. Я уже надоела эта реклама. Гата де жуака. Готовы работать, играть. Готовы играть. Команда Акум. Заказывай сейчас. О, вторая реклама. Ютубчик, бляха-муха. Ладно, все, пропустить. Сейчас. И они так танцуют. Короче, первая строчка. Ферретини, амам вацат, кедуаре драгосте. Драгосте. Ферретини, амам вацат, кедуаре драгосте. Без тебя я научилась, я поняла, я... Ну да, считается. Без тебя я поняла, что любовь болит. Ой, господи, и она сидит такая, вся в цветочках. И сейчас этот Богдан де ла Плоешть будет ей подпевать. Короче, ее бросил пацанчик, и она сидит в Ферретини Дуаре Драгосте. То есть ее болит, потому что он ушел от нее. И она говорит, ну под Ферретини. Это значит, что я не могу без тебя. Ну под Ферретини. Я не могу без тебя. Захотите послушать эту песню в оригинале, я оставлю ссылочку в описании. Пожалуйста, с большим удовольствием насладитесь этим прекрасным творчеством. О, боже, все, это все, он начал. Это, боже. Он поет. Ему тоже, наверное, они, наверное, встречаются, живут на расстоянии и любят друг друга. И здесь начинается, он поет, ну, под Ферретини, ля-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 
Ну, по творотине, ле-ле-ле. А при чем здесь ле-ле-ле-ле, я не понимаю. А ну, сейчас я промотаю назад. А, нет, друзья, это не ле-ле-ле-ле-ле. Это не-не-не-не-не. То есть, ну, по творотине. Не, это в конце, и он идет не-не-не-не-не. Ну, по творотине, не-не-не-не-не-не. Понимаете, вот так надо учить румынский язык. Ну, по творотине. То есть, я не могу без тебя, бя-бя-бя-бя-бя-бя-бя-бя. Вот, короче, он поет. Ну, по творотине, не-не-не-не-не-не. Торчите ламине, не-не-не-не-не. И он так и поет. Не-не-не-не-не-не-не. Я кайфую. Нет, серьезно, знаете, я редко смотрю Манели, слушаю Манели, в принципе, потому что меня прорывает на такой ржак, реально. Так, продолжаем смотреть. Мы учим сейчас румынский язык. Я не то чтобы... Мне по приколу сейчас, мне смешно, мне весело, хочу с вами поделиться. Плюс, может, научу вас какие-то фразы интересные. Не-не-не-не-не-не. Inima te cere tot pe tine înapoi. Сердце просит, тебя просит обратно. То есть сердце тебя просит обратно. Inima tot te
Инима то тече напой. Да. Как глубоко сказано. И вся песня звучит. Напоминает, знаете, эти индийские песни. Я прямо сейчас кайфую. Она вот до сих пор пела про Инима, Инима течери дуарпетине, да? И потом она говорит, я ну май пуате феретине. Получается, что сердце не может больше без тебя. Я ну май пуате феретине. Она сердце. Инима – это женский род в румынском языке. Поэтому она не может без тебя. Сердце не может без тебя. Слушаем дальше. Она говорит, кум, спасибо, кум се майпот се юбеск печенева. Сейчас она так сказала, сейчас перепроверю. Кум се майпот се юбеск печенева. Вот так она пела. Кум се майпот се юбеск печенева. Как я могу любить еще кого-то. Все, это все, это вся песня. Ну под вороты не 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 не, антуарчите ламине не 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 не. Понимаете, да? Ну под вороты не антуарчите ламине. Я не могу без тебя, возвращайся ко мне. Дальше он поет. Айзискави дарну аймай венит. Ты сказала, что придешь. Но так и не пришла. Зараза такая. Сказала и не пришла. Как так можно? Азиска ви! Дарной май винит. Вот, понимаете? Вот так вот. Он сидит. И сидит у него сейчас там. О боже! Ты меня так ударила в сердце! Азиска мою бешть. Азиска мою бешть. Дарветка май минтит. Ты сказала, что любишь меня, но я вижу, что ты мне соврала. Айзиска мою бешть, дарветка май минтит, но я вижу, что ты мне соврала. Бедный паренек, делоплу ешь. И начинается вот это. Не-не-не-не-не. О, ауфост дуар ворбе инвинт. Ворби инвинт – это фраза, то есть слова на ветер. Фраза очень клёвая – ворби инвинт. Ауфост дуар ворби инвинт. То есть всё, что она ему до сих пор лапшу вешала, это были слова на ветер. Ворби инвинт. Дальше. Здесь он уже начинает повторять то же самое, что я вам до сих пор перевела. Но она сидит там, качается на качеле, вся в цветочках, вся такая красивая, вся цветёт. Ой, господи. Все, то есть минута, то есть три минуты с половиной песня. Вторая часть песни, больше, кажется, около минуты, идет прямо этот припев. Ну, май под феротине, не могу больше без тебя, мадуари инима, у меня болит сердце, душа плачет, короче, как бы, ну, вы поняли, это... Как бы песня идет с таким, знаете, ух, ах, давай, знаете, а грустно. Грустные слова. Не могу без тебя. Любовь, морковь, болит, душа. Я надеюсь, вам понравилось. Мне было весело. Если вы хотите, я вот реально сейчас возьму и, наверное, следующий видос посмотрю, потому что я кайфанула. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было полезно. Я надеюсь, вам понравилось. Сам оригинал вы можете посмотреть по ссылочке у меня в описании, либо в закрепленном видео, в закрепленном комментарии я оставлю. Если будут еще какие-то вопросы по поводу слов, либо фраз, которые вы услышали или не поняли, пишите в комментариях, я переведу, объясню, и мы даже вместе обсудим, как их использовать. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Благодарю за ваше внимание и за ваш позитив. Пока-пока. Берегите себя.